Ну а перед началом данного видеоролика хочу посоветовать канал Черного Воробья. Ребят, скажу коротко, то что он начал недавно снимать видеоролики, и как по мне, у него выходит вполне неплохо. Советую подписаться на него. Ну а мы переходим к своему туториалу. Приятного просмотра! Ну что ж, всем привет, ребята, с вами Некин, и в сегодняшнем видеоролике я буду снимать туториал на тему, как сделать крутой текст. Прямо сейчас вы можете увидеть текст, что у меня получился в сегодняшнем видеоролике. И да, ребят, я знаю, то, что туториал на эту тему уже был, но я решил снять вторую часть данного туториала. Но перед тем, как начать, вы должны зайти в программу Pixel Lab и создать там свой текст, и после чего выбрать ему любой шрифт на ваш вкус и сохранить его в PNG формате. Далее вы должны перейти в программу Photoshop Touch и создать там пустой документ с разрешением 1080 на 720. Ну а что делать дальше, смотрите внимательно.
Ну вот видео подошло к концу. А с вами был Спами. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.